Сейчас сижу в машине, есть время. И покажу вам, допустим, упражнение для шейно-грудного перехода, для холки. Эта часть у всех страдает из-за ее гиподинамии. Вот когда мы едем долго за рулем, находимся вот в таком сидячем положении, нам неудобно, появилось время, там, я не знаю, стоянка, светофор или еще что-то, я всегда делаю такую разминочку. Во-первых, держась вот за руль, вот, мы можем крутить плечами вперед, назад. Но крутить надо много раз, по раз 30, а то и 50, чтобы разогреть, да? Голова ходит в это время вот так, вперед-назад, вперед-назад. И когда этот момент начинает клинить, вот такой вот разворот, я упираюсь в сиденье, и вот так вот. О, и все прохрустывает. Класс, пользуйтесь.